Приветствую всех любовью Иешуа, слава нашему Господу. Сегодня у нас начало 5 главы. Мы продолжаем изучать послание к римлянам. И речь пойдет о том сегодня, что оправдавшись верой в Бога, мы имеем мир с Богом. Другими словами, есть причина и есть следствие. И вот то, чего мы хотим достигнуть в своей жизни, чтобы мир у нас был, да, внутри, чтобы было состояние внутри, не шторм, а покой, хорошее такое вот состояние, ровное. Не как болото, а именно вот покой, мир. То есть нет тревоги, нет тут такого, знаете, вот давления какого-то извне. Приходит такое состояние тогда, когда человек действительно способен доверить свою жизнь Богу. Вера – это и есть доверие. Вера – это не просто правильные предложения, вот сказанные слова, исповедания или провозглашения какие-то. Это может быть внутри, но именно это не является верой. Верой является, когда я способен довериться Богу. Доверие или вера, вот в данном случае я буду это использовать как одно и то же, доверие и вера, просто не могут не принести мир. Если мы от обратного посмотрим, то есть если нет покоя, если нет мира внутри, надо проверить, насколько ты доверяешь сегодня Богу свою жизнь. Я зачитаю первые 11 стихов и буду комментировать их. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иешуа Мессию, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Мессия, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Мессия умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иешуа Мессию, посредством которого мы получили ныне примирение. Аминь. Итак, после того, когда мы получили оправдание от Бога по вере, мы имеем с Богом мир. Дальше в тексте говорится, мы с ним были врагами, да, мы враждовали. Вы знаете, враждовать или, ну, действительно, вот враждовать против Бога, это не обязательно быть даже атеистом или защищать какие-то антибожественные позиции или антибиблейские. Это не обязательно быть активным вот таким противником Бога. Есть такие люди, но даже это не имеется в виду. Мы враждуем против Бога, когда ведем греховный образ жизни. Это то, что Он не принимает, то, с чем Он не соглашается. И мы много говорили о том, что вот этот греховный образ жизни, он всегда идет от моего мышления, от того, какими категориями я измеряю мир. То есть, как я думаю, так я и живу. В этом отличие между верующими людьми и неверующими людьми. Система мышления
человека, который начал доверять Богу, отличается очень сильно от системы мышления человека, который не делает этого. И даже если человек добрый, хороший и помогает другим, ну, в принципе, вот, с точки зрения социума, он хороший. Это еще не говорит о том, что он не враждует против Бога. Его вражда будет выражаться именно в том, что он будет производить грех. Как на заводе производят гайки, табуретки. Человек производит этот грех, делая неправильные какие-то поступки. И апостол говорит, что оправдание верой, оно всегда приносит в нашу жизнь покой. Оно как бы успокаивает нас. Нас может беспокоить очень многие вещи на этой земле. Очень многие вещи. Но если мы в Боге, тревога будет покидать наше сердце. Получили мы этот мир благодаря или через Иешуа Мессию. И через Него, верой, мы получаем доступ к благодати. Мы много говорили об этом, что благодать – это есть ответ Бога на покаяние. Таким образом, если мы верим в то, что действительно существует суд небесный, существует праведный суд, мы не можем не обращаться сейчас, сегодня к Богу в покаянии. Мы будем обращаться к Нему в покаянии, и мы заранее как бы просим в молитве, чтобы Он простил нам неправильные какие-то действия или шаги. И таким именно образом открывается доступ к благодати. Представьте себе, что благодать, она хранится в небесном хранилище у Бога. Без этой благодати практически невозможно нормально жить на этой земле. И вот ключ, который открывает вот эту дверь, через которую начинает изливаться в нашу жизнь благодать, это покаяние. Побуждает нас это делать всегда Святой Дух, который Бог дает людям, и те, кто желают его иметь или получить, они его получают. Наше покаяние, оно раскрывает дверь вот этого хранилища с благодатью. Знаете, благодати не бывает много. И в истории верующих людей были даже такие учения, которые говорили, что нужно грешить, тогда будет в чем каяться. И тогда, когда покаемся, как бы будет хорошо. Это отклонение, это понятно. Но люди как бы понимали, что получить доступ к этому богатству мы можем только одним путем, признав свое жалкое положение перед Богом. В третьей главе мы с вами подробно говорили о том, что верующие люди со времен Танаха имели то же понимание и те же позиции. Мы получили доступ к благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Это не значит, что мы хвастаемся, да, друг перед другом. Имеется в виду, что есть у нас упование. Есть то, на что я могу рассчитывать. Рассчитывать или надеяться – это одно и то же. Надежда, знаете, вот надежда, она не должна покидать никогда наши сердца. Так же, как и благодать. Вот эти вещи, я верю, неразрывно связаны. Благодать и надежда. Когда наше сердце наполнено благодатью, когда мы имеем мир с Богом, наша надежда, она уверенная, она крепкая, она очень прочная. Бывают времена, когда надежда становится как нитевидный пульс, едва-едва можно ее уловить, но даже в эти моменты нам нужно не терять ее, а приближаться к Богу. Никогда нельзя отказываться от надежды. Вот это слово «хвалимся» имеется в виду, что когда мы делимся с другими людьми, это можно назвать похвалой, но здесь нет гордыни, понимаете? Нет гордости. Что значит «хвалимся»? Мы говорим, что у нас есть нечто большее, чем можно в этом мире
получить, приобрести, заработать, выменять, украсть. У нас есть больше. Вот мы хвалимся. Хвалимся Богом. Какой Он хороший, какой Он великий, какой Он прекрасный. Ниже сейчас вот будет объясняться вот эта позиция. Для верующего человека очень важно постоянно пребывать с Богом в мире. Дело в том, что мир, шалом, я просто напомню вам, что слово шалом в своем грамматическом даже значении означает мир, за который заплачена цена. Не просто мир. Это мир, за который заплатили. Его купили для нас. Потому что слово шалом, оно строится от глагола лешалем, то же самое слово. Шлемут, мушлям, это однокорневые слова. Шалом, мир, то есть полнота, совершенство, мир. И приобретать, покупать. Но есть ликнот, да, а есть лешалем, то есть заплатить. Поэтому за этот мир заплачена была цена. Она была заплачена Небесным Отцом и Сыном Его. Кровью Божьего Сына Бог заплатил за то, чтобы нас примирить с собой. И поэтому, когда мы имеем мир с Ним, на нас передается этот мир. Мы способны тогда быть миротворцами. Мы способны тогда, общаясь с Создателем, находясь с Ним в тесных отношениях, мы как бы получаем от Него порцию вот этого мира. Каждый раз, когда мы с Ним говорим на молитве, когда мы читаем Священное Писание, когда мы имеем общение друг с другом, братья и сестры, мы наполняться можем и должны вот этим миром. Потому что, будучи существами духовными, мы с Богом соединяемся именно Духом. И в Дух, из Духа в Дух передается вот этот мир. Это полнота, это совершенство, состояние покоя, тишины. И когда мы особенно наполнены вот этим миром, нам не хочется его терять, нам не хочется его разрушать, разливать. Вот, как знаете, набрали чистой воды в ведро, полное. Вот я носил. Оно тяжелое, но ты несешь и стараешься, чтобы не выливалось из ведра, чтобы все принести домой. Поэтому точно так же мы должны этот мир, наполняясь им, носить в себе. И если мы его изливаем, вот, то изливать его нужно тоже на людей, пользоваться просто этим миром, как божественным подарком. Вот именно так бы я сказал. Как подарком от Бога. И чем больше мы будем этот мир распространять на других людей, тем больше Бог будет наполнять нас своим миром. Не этим только мы хвалимся. Да, вот третий стих очень хорошо сразу переключает нас. То есть мы хвалимся не только тогда, когда нам хорошо, но и скорбями. Скорби – это то, что приносит печаль в наше сердце, то, что нас огорчает. И мы знаем, написано, что от скорби происходит терпение. Очень созвучно это с 28 стихом из 8 главы. «Любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу». Мы хвалимся скорбями не потому, что нам нравится, когда нам плохо. Мы просто понимаем и знаем, что скорби производят в нас терпение. А терпение является одной из добродетель Святого Духа. То есть это плод Святого Духа. И для того, чтобы мы могли этот плод тоже иметь и тоже принести, Бог иногда допускает в нашей жизни тяжелое время. Потому что в этот момент, именно в этот момент, мы можем радикально изменить то, что до этого не меняли. Человек может быть верующим 30 лет, 40 лет. И вот знаете, такое вот ровное-ровное,
потом вдруг раз стресс какой-то, сильная встряска. В этот момент он может и должен, я думаю, пересмотреть в своей жизни какие-то вещи и изменить, используя вот это время скорби, еще глубже заглянуть в свое сердце и изменить то, что до сих пор он откладывал, 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 а сейчас это надо изменить. Почему терпение так важно для нас и почему терпение является добродетелью? Написано, что мы должны иметь терпение, потому что терпением мы спасаем наши души. Написано, терпением спасайте души ваши. Дело в том, что прожить жизнь верующего человека на земле не так-то и просто, друзья. И когда у людей есть понимание, что быть верующим – это круто, быть верующим – это как будто, знаете, выйти на такой пикник, все так весело, здорово, все так ярко, бенгальские огни, и вокруг все крутится и мелькает, и вот так вот вся верующая жизнь проходит, то это неправильное понимание. Библия говорит, что если этого нету, да, что-то не так в твоей жизни. Это не значит, что мы должны искусственно что-то создавать для себя, скорби там или трудности. Но когда это приходит в нашу жизнь, настоящие верующие люди реально приближаются к Богу вот в этот момент. Те, которые вышли на пикник прогуляться, как правило, отходят от Бога. Они не выдерживают. У них теология такая, что должно быть все хорошо. И как только вдруг появляются трудности, они оставляют Бога, эти люди. Они не выдерживают. Они уходят, сходят с дистанции. Перестают просто вести духовный образ жизни. Они, может быть, и не падают в грех. Хотя многие это делают. Но они просто ничего не делают. Они никуда не ходят. Они не сидят. Они сидят дома. Вот представьте себе, мы все понимаем, что мы находимся в духовном сражении, правда? В духовной войне. Вот армия есть, солдаты есть, но они не воюют. Они дома сидят. И даже если идут, их и убивают, они не сопротивляются, ничего не делают. Разве эта армия может противостоять врагу? Но если будет даже небольшая группа людей, они могут сдерживать в правильном месте довольно большой натиск врага. Мы все знаем, да, вот этот подвиг 28 панфиловцев, когда под Москвой. Они все погибли, они все умерли, но не пустили они фашистов в Москву. Там танковое сражение было страшное очень. И каждый из них, он умер там. Но именно поэтому они и не прошли. Вот это подвиг, вот это настоящий пример того, как малыми силами можно сдерживать большую силу. И были примеры, когда люди просто сдавались большими количествами, ничего не делали. Безысходность. Нет воли к победе. Что-то надломилось в человеке. Когда мы правильно понимаем Бога, когда мы правильно видим, что ожидает от нас Создатель, тогда у нас действительно будет здоровое, нормальное понимание. Если пришла какая-то скорбь в нашу жизнь, человек не скажет: «А, Бог, короче, меня не слышит, и я тоже обиделся на Бога, и теперь не буду ничего делать. А что это вот он взял, вот так и сделал? А я не буду». Ну, так вот ведет себя, да? Не понимая, что Бог допустил это для того, чтобы человек стал крепче, стал сильнее, приблизился к Нему. Поэтому вера, она должна быть правильной. Мы должны понимать, что бывает в жизни очень хорошо, а бывает очень тяжело. По-разному бывает. И каждого Бог испытывает тоже по-разному. Бог испытывает людей именно там или в тех местах, где Он знает, что это слабое место, и Он хочет это усилить, хочет это укрепить. От терпения происходит опытность,
от опытности надежда. Видите, как написано? От терпения происходит опытность. Опытный человек – это тот человек, который может другим чем-то помочь. Однажды, пройдя вот эти трудности, однажды, пройдя вот эти испытания, а может быть и несколько раз, он может сказать брату или сестре по вере: «Ты знаешь, в моей жизни было даже хуже, чем в твоей. Но я в это время не отошел от Бога. Я молился, я продолжал посещать богослужения, и именно там я получал ответы на свои вопросы. Именно там я слышал голос Создателя. Именно там я был среди людей и не был в вакууме, не был один. Я продолжал оставаться в общении с людьми». Опытность, посмотрите, как написано прекрасно, да? Качество такое, ну казалось бы, а как это может на духовной территории работать? Очень сильно может работать. Однозначно мы все должны взирать на Иешуа Мессию, только на Него. Но когда рядом с нами в жизни есть люди, у которых есть опыт хождения в Боге, причем это не всегда будет зависеть от того, насколько долго человек верующий. Конечно, если он правильно двигается, чем дольше он будет верующий, тем более опытным он станет. Но это должны быть те люди, которые реально на поле боя сражаются. Люди, у которых есть опыт, как противостать дьяволу, как победить в той или иной ситуации, что делать, как молиться, как смириться, какая линия поведения должна быть, нужно быть гибким или наоборот, нужно быть настойчивым или жестким. Все это опыт хождения в Боге. И поэтому мы все, друзья, нуждаемся в том, чтобы рядом с нами были опытные, духовные люди, которые конкретно вот знают, что делать в той или иной ситуации. Обратите внимание на последовательность. Приходят скорби. Здесь вот очень сильно можно применить то, что написано в послании Иакова, что мы должны радоваться, когда приходят скорби. Вот на такой уровень наша вера должна подняться. Первая глава, там второй, третий и дальше стихи. Иаков говорит, что в скорбях нужно радоваться, и если у кого-то не хватает мудрости, чтобы это делать, он совет дает: просите эту мудрость у Бога, и Бог вам ее даст. Какая здесь связь? Дело в том, что когда в нашу жизнь приходят скорби, это явный признак того, что через какое-то время придет благословение. И чем больше испытания, тем больше благословения. И если ты его не проходишь, если ты отказываешься, благословение не может прийти в твою жизнь. Мудрость заключается в следующем. Когда в жизнь приходит какое-то испытание, трудность, я уже, вот я сейчас говорю субъективно, зная это, я благодарю Бога, что уже есть опыт в этих вещах. Я смотрю не на то, что вот сейчас тяжело и плохо, и со всех сторон давит. Это у меня уже как прошедшее. Я глазами Бога смотрю, как на прошлое. Я смотрю вперед на то благословение, которое меня ждет. Я не знаю точно, какое благословение. Не знаю. Но я знаю, что оно есть. Однозначно. Точно так же, как женщина, которая забеременела, она точно знает, что у нее в чреве есть ребенок. Понимаете? И она знает, что да, будут трудности, испытания, скорби. Роды – это скорби. Но она радуется этому, потому что у нее будет ребенок. И она готова это все пережить. Поэтому мудрый человек понимает, если в жизнь пришли скорби, то значит есть благословение.
И если мы будем концентрировать свое внимание на благословении, тогда мы сможем эти скорби пройти. Почему для людей скорби становятся непреодолимым препятствием? Потому что им кажется, что эта скорбь, она такая, что ее нельзя преодолеть, нельзя пройти. Они не видят, что за этим. Они видят только скорбь. Понимаете? И она такая большая в их глазах, что кажется непреодолимой. Но мы помним, что в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 13 стих, есть обетование, которое дал нам Господь. Об этом, кстати, тоже пишет Рабби Шауль. Чтобы в испытаниях мы не отчаивались. Давайте мы прочитаем это место. Выучите на память обязательно этот стих. Вас постигло 13 стих. 10-13. 1 Коринфянам 10-13. Это пишет Рабби Шауль. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли его перенести. Аминь. Рабби Шауль говорит, что Бог верный своему слову, и если Он обещал, так и есть. Люди не могут пройти испытания, потому что им кажется, что скорбь или испытание в их жизнь пришло выше их сил. Очень часто можно услышать: это выше моих сил. Это неправда. Ты можешь это пройти, раз это пришло в твою жизнь. Бог верен своему слову. Он не дает больше сил. Более того, Он обязательно даст облегчение в какой-то момент. Я думаю, всегда это момент высшего напряжения, а потом спад идет. И вот когда мы имеем такую мудрость, а эту мудрость мы вот отсюда, из Слова Божьего черпаем, нас не пугает эта скорбь. Самая большая скорбь какая на земле? Смерть, умереть. Даже это нас не пугает, потому что есть надежда на жизнь вечную, которая не постыжает. Дальше вот этот 5 стих и говорит: а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Именно таким образом мы способны преодолеть вот эти скорби, более того, получить за нее награду, получить подарок от Бога, благословение. Ну вот знаете, как на соревнованиях спортсмен, он все силы отдает, но потом ему золотая медаль за это. Рабби Шауль тоже говорит, что спортсмены на ристалище бегут, чтобы получить венок, да, который завянет. Мы же получим венок неувядающий. Поэтому нужно свою дистанцию нам пройти, пробежать. Вот свою жизнь. И у каждого эта дистанция своя. И здесь нету обгоняющих, отстающих. Ну, как бы есть они, но в итоге финиш главное. Вот главное, как мы заканчиваем нашу жизнь. Меня всегда приводит такую, вот знаете, огорчение, печаль, когда рассказывают с упоением и с восхищением, каким верующим был этот человек. А вот сейчас вот он никакой. Писание говорит, надо смотреть на концовку. Поэтому не важно для меня, как ты начал. Очень резво или медленно. Важно, как закончишь. И для Бога это важно. Поэтому мое понимание, лучше постепенно набирать обороты, вот набирать ход, чем рвануло, потом выдохся. И все. Потому что Мессия, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Видите, как написано? В определенное Богом время. То есть Он пришел, и это время до секунды, оно определено было Создателем. Также определено и массовое покаяние еврейского народа, о котором мы с вами будем говорить в 11 главе. И все произойдет в назначенное или определенное им время. Вряд ли кто-то согласится умереть за другого человека. Здесь написано, ну, может быть, за праведника.
или за благодетеля. То есть в благодарность за то, что сделано человеку там что-то, он может быть и сможет себя пожертвовать. Может, кто и решится умереть. 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает, обратите внимание, не рассказывает, а доказывает. Доказывает на деле, реально, по факту, что Мессия умер за нас, когда мы были еще грешниками. И поэтому, тем более сейчас, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Потому что, когда мы были врагами, мы примирились с Богом смертью Его Сына. Тем более мы спасемся Его жизнью. То, что здесь использует Рабби Шауль, называется вот этот метод герменевтический еврейский, метод толкования Писания, «каль вахомер» – от простого к сложному. «Каль» – это легкий, да? «Хомер» – это тяжелый или сложный. Такое старое слово. От легкого к сложному. Другими словами, смысл я сейчас объясняю 9-10 стиха. Это центр смыслового отрывка, кстати. Я особый акцент дал, конечно, на скорби, потому что я считаю лично, вот я, что это очень важный практический момент учения для нас с вами. Я вам скажу, многие не понимают вот этих вещей, не знают просто этих секретов. То, что мы с вами сегодня знаем, это позволяет нам быть на голову выше, впереди быть, понимаете? Я не имею в виду, что мы с кем-то соревнуемся. Для нас это хорошо. Наша жизнь, она более качественная, как верующих людей. Мы тогда плодоносим лучше. И поэтому я радуюсь. Вы все придете с такими плодами Господу. Меня это радует. И вот сейчас я объясняю 9-10 стих. В чем здесь смысл этого способа «каль вахомер»? Иудейская герменевтика. Если смерть Божьего Сына исполнила такую большую задачу, что примирила нас с Отцом. Мы были врагами, тут написано, и Он умер за нас, когда мы были врагами. Да? Рабби Шауль говорит, то что тогда для нас сделает Его воскресение, Его жизнь? Посмотрите, как Он красиво вписывает вот в Евангелие, да, вот этот метод толкования раввинистический. От простого к сложному. Он говорит, если то, что Он умер, примирило нас с Богом, то, что Он воскрес, еще больше должно для нас сделать, правильно? То есть дать нам вечную жизнь. В этом есть вот полное Евангелие, продолжение. Смерть и воскресение. Смерть оплатила наши грехи, оплатила наши долги. Смерть погасила задолженность. А теперь Он еще нам дает и вечную жизнь. И поэтому Рабби Шауль говорит, если Его смерть погасила все наши долги перед Богом, то насколько больше сделает воскресение, тут так и написано, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Речь идет именно о воскресении. В послании к римлянам еще в 4 местах Павел пользуется именно этим аргументом, в других посланиях тоже он им пользуется, от простого к сложному. Смысл здесь в чем? Если то, что проще работает, да, или то, что меньше приносит такой вот результат, то большее вложение еще больше результат должно принести. Понимаете? Это каль вахомер, от простого к сложному. И вот он говорит, и недостаточно этого, но и хвалимся Богом через Господа нашего Ишуа Мессию, посредством которого мы получили ныне примирение. Аминь.